Why gophis? They cover their head with the long veil. Почему гопи не покрывают свои головы и лица с помощью этих длинных накидок? Because they are very clever. Again and again say to Krishna. Потому что они очень смышленые. No one complain. Без проблем созерцать Кришну, потому что никто не заметит этого и не будет жаловаться. As mundane people, they are doing also same way. Мирские люди, они то же самое делают. Mundane people, they are putting the, what is called? Sunglasses. Обычные люди, они надевают солнечные очки с темными стеклами. Are going to the beach, stupid nonsense things. Приходят на пляж. Риво! Приходят на пляж и начинают там пялиться. Риво! You understand? No one complaining. Why are you looking? Никто ничего не скажет. Что ты смотришь? Сам. This is mundane. This is true. Так или нет? Так обычные люди делают или нет? One devotee told me. Один раз я сказал так просто. Ривай Куин. Вот почему мы надеваем эти очечки. Philosophy coming in the same way, gopis. Так же гопи. They put the long bell. But their bell is a very thin cloth, Understand? They are looking to Krishna. Они надевают, покрывают свои лица этими накидками, а накидки они из очень тонкой ткани, и так они могут без проблем собираться к Кришну. И никто ничего не скажет. If there are no bell, then see, their mother-in-law, father-in-law, or all their superiors, they say, hey, you are new bride. Should not look others. Именно по этой причине юные гопи, они вот так натягивают на лица свои накидки. Если они этого не сделают, тогда к ним подойдут старшие и скажут, эй, зачем ты смотришь на Кришну? А так никто ничего не скажет.